Всем привет! Меня зовут Джонни Филиппоне, и это Faberlic Home. Сегодня вместе с вами будем готовить очень вкусные и необычные смузи из апельсина, свекла и имбирь. И поможет мне в этом наш новый блендер. Почему он же такой особенный, я сейчас вам расскажу. Это стационарный блендер со стеклянной кувшин. Почему же это очень важно? Потому что в таком стакане вы можете класть не только холодные приготовления, но и горячие. Допустим, вы хотите пробить суп-пюре какой-нибудь, вы можете сразу из кастрюли все сюда переместить и сразу блендировать и сервировать горячее с дымком сразу на стол. Что еще можем приготовить в таком прекрасном блендере? Мы можем приготовить ягоды и фруктовое пюре. Мы можем сделать тесто для блинов, либо какие-нибудь вкусные, полезные смузи. И это приготовление мы сейчас и займем. Итак, что нам потребуется для приготовления? Свекла, которую мы уже отварили до мягкого состояния. По желанию можно не варить, а запекать. Поэтому свекла идет все внутри. Апельсины очищены полностью от шкурки и от пленки, которая в нем содержится. И также добавляем внутри. Добавляем тоже свежевыжатый сок апельсина. И в конце добавляем чуть-чуть мелко нарезанного имбиря. Готовы. Теперь закрываем крышком. Прошу, ребята, заметить, что этот блендер имеет вот такая еще маленькая крышка, которая вам позволит добавлять дополнительные ингредиенты. Если вдруг что-то вы забыли или вы замечаете, что что-то не хватает, не обязательно остановить машину и открывать крышку большую. Просто достаточно достать маленькую крышку и там заливать бульон или дополнительный сок, дополнительный любой ингредиент, который вам потребуется во время взбивания. Наш блендер имеет 5 скоростей. Чтобы делать хороший смузи, достаточно вам третьей скорости. Но если вы хотите прямо структура супер мелкая, супер точная и супер такая вот гладкая, то можешь добавить, поставить на пятерочку, и все будет хорошо. Еще очень важный момент. Наш блендер содержит не одну, не два, не три, а целые 6 стальных ножей, которые будут делать так, чтобы ваша работа происходила легко и просто. Начинаем. Кстати, друзья, кроме 5 скоростей в нашем блендере есть тоже режим пульс, обозначен через буква П или Р по-русски. Это режим, который используется тогда, когда нужно измельчить твердый ингредиент, такие как лед. Если, допустим, из больших кусков льда вы хотите делать лед краш, который используется на многих коктейлях, то вы можете использовать спокойно вот такой режим, и ваш лед будет идеальный. Либо, если вы хотите измельчить орешки, вы хотите готовить пирог какой-нибудь, вам нужны измельченные орехи, кладем орехи, режим пульс, и все будет хорошо. И в этом время прошло буквально 30 секунд. Ребята, наш коктейль с вами прекрасно готов. Смотрите, как красиво, красный выражен, красный смотрится. Мы же уже можем выливать нашим красивым стаканчиком. Ребята, нашим с вами прекрасным смузи с апельсина, свекла и имбирь готов. Остался только его слегка украсить. Можем взять веточка розмарин, класть вот так, и долечка апельсина. Ladies and gentlemen, дамы и господа, наш прекрасный с вами смузи готов. Хочу напомнить то, что в комплекте вместе с блендером входит тоже маленькая кофемолка. Это вот такая маленькая штучка, которая вот снимается большую, ставится вот маленький. Здесь кладем кофе, зерно, и у вас получается свежемолотый кофе. Поэтому наслаждайтесь вкусным свежемолотым кофе. С вами был Джонни Филиппоне, это Faberlic Home. Пока-пока и всем приятного аппетита! We'll be right back.